Обвиняемый в поджоге Синова вынесли приговор. В Кировском районном суде судья огласил вердикт по делу Рафиды Минигалеевой. Напомню, по версии следствия, в феврале прошлого года гражданка Таджикистана пыталась покончить с собой и подожгла свою торговую палатку, расположенную у здания Синова. В результате огонь перекинулся на рынок и уничтожил большую часть торговых павильонов. По приговору судьи Рафида признана виновной. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. За предпринимателями, которые пострадали от поджога, остается право на иски по возмещению материального ущерба. Огонь уничтожил торговое оборудование и имущество на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. От данных действий Минигалеевой был причинен ущерб на сумму, превышающую 700 миллионов рублей. Данная сумма складывается из повреждений здания рынка с Синой и из уничтожения торгового оборудования и инвентаря, а также имущества, находящихся на территории рынка с Синой.